Ух, ну и жарище, конечно. Прием, друзья. На связи профессионал Шадимен и Нубик. Привет, друзья. Уже какой день мы шагаем по этим просто каким-то глиняным просторам, и нам бы хотя бы увидеть одну капельку водички, друзья, пожалуйста. Если вы можете нам помочь, поставьте лайк под этим роликом. И один лайк равен ровно одной капельке воды. Чем больше лайков набирается под нашими роликами, тем больше воды вы нам отправляете. Вы не представляете, насколько я хочу пить, и Нубик тоже, конечно же. Так что, друзья, надежда только на вас. Иначе я не знаю, что с нами произойдет. Ну а те, кто из вас еще не подписаны на канал, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы никогда ничего не пропускать. Так, Нубик, ну что ж, да сойдет на нас водичка сегодня, и мы наконец-таки уже сегодня попьем. Ну что, погнали? Фух, куда мы только с тобой забрели, я не понимаю, столько идем. Смотри. Что это? Погоди, что это? Что это? Что это? Что это? Один белый, другой какой-то красновато-черный. Нифига себе, слушай. Прикольно, смотри, слушай, нам и так жарко, вот я бы в Белый замок не отказался. Водичка, водичка, Нубик, погнали, есть, наконец-то хоть какая-то вода, все, наконец-то мы сейчас с тобой поплаваем, все, вода появилась, спасибо большое, то, что хотя бы вот какая-то лужа в пустыне, что ли, кстати, появилась. Я тебе забыла так, сказать, я не знаю. Когда я шел, я все-таки не хотел спить, вот, и потому что у меня слюна течет все время, я могу ее попить. Ну, это вообще, Нубик, с тобой что-то при этом что-то непонятное происходит. Так, Нубик, алло, ты здесь? Я здесь. Идем за мной. Что ты там встал-то в воздухе и все, стоишь только на месте. Давай, иди сюда. Все, у нас какие-то... Что-то у нас произошло, нормальная зона какая-то здесь, то, что у меня начались какие-то эти звуки, я тебя даже не слышал вообще. Ну ладно, бывает. Так, Нубик, смотри, ну что ж, по традиции, ты бы какой замок хотел? Я бы хотел вот этот вот райский. Райский замок? Ну ладно, я бы, наверное, все-таки хотел вот этот замок, потому что он выглядит достаточно агрессивным таким, и мне он прям действительно нравится, но... Будут бояться. Кому что сегодня попадется, конечно же, решит только удача. Мы должны вытянуть вот эти рычаги. Красный листик — это, следовательно, адский замок, белый листик — это райский. Ну что ж, Нубик, я в этот раз нажимаю первый. Давай, в этой битве замков победит только сила рандома. Ну я что ж, погнали! Волнуюсь. Так, о, мне райский выпал, мне райский выпал, прикольно, классно, Нубик. Ну что ж, давай крути, посмотрим, с какой попытки тебе попадется листик. Так, ну-ка, давай, нажимай, 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 давай, нажимай. Опа, грибок выпал. Ну-ка, а что, все, мне листик есть, мне не надо уже крутить. Давай, пока тебе не выпадет, во, все, все. Теперь все видели, у всех есть доказательства того, что мне выпал белый лист. Нубик выпал красный. Ну что ж, погнали, защитим наши сегодняшние замки и посмотрим, у кого замок окажется, конечно же, намного круче. Так, я посмотрю твои вещи, потому что мне интересно, у тебя какая-то темная броня здесь, какие-то красные инструменты у меня, а у меня светлая броня и светлые инструменты. Слушай, очень классно, очень-очень-очень классно. Так, я надеваю свою броню, да-да-да, что? Какой больше замок хотел? Что-что-что-что, Нубик, что? Я тебя что-то как-то прослышиваю, ты... Ты какой замок больше хотел, говорю? Ну, я бы хотел, наверное, не знаю, адский, мне он нравится, он, у него такие, какой-то пепел вылетает, он такой, как будто бы так и, прям вот яростный такой, мне кажется, зомби его 100% такой замок испугались. Все, давай, я защищаю. Все, давай, защищай. Каждый строит сегодня при этом какую-то защиту, и мы с тобой должны сделать так, чтобы до нашего замка зомби ни в коем случае не добрались и уж не сломали это 100%. Так что, кто на что способен, так мы сегодня заодно и свои замки застраиваем. Потом посмотрим, кто сегодняшней серии у нас победит, потому что победа нам, конечно же, важна. Так, сейчас я этот блок сломаю. Так, что? У меня есть такая, ну... Получается, приведенная штучка такая. Так. Такой бетон получается лавовый. Бетон, нифига себе, так. И га, и что, и что, что? Вот, я хочу сделать по периметру, в общем, чтобы там было шипы, двойной ряд. Нифига, в смысле, двойной ряд чего? Двойной ряд, не очень понял, чего шипов. Только, если честно. А, шипов, ну давай, делай, делай, делай. Нам главное, чтобы зомби ни в коем случае не съели наш замок. Потому что, мне кажется, они увидят такие замок и скажут... Ладно. А представляешь, если пигмены придут, они вообще подумают, о, наш дом. И все, от твоего замка ничего не останется. Ой, тогда боже. Точно. Это будет капец атас какой-то. Так, сейчас вот эту песок слушай, я сломаю для а того, чтобы... а можно я здесь вентилятор поставлю?
Да как хочешь, ставь как угодно, у меня какая разница. Наша главная цель сегодня, чтобы ты защитил свой замок, я защитил свой замок. А там уже что будет, то будет, никто уже не знает на самом деле. Так, Нубик, что у тебя там? Спокойно, спокойно, мы должны выжить. Мы, если что, по-любому должны противостоять этой волне зомбаков. Так, ух ты, как меня ветром-то только уносит. Ты бы видел на самом деле это что-то. Так, ужас, да, какой-то, Нубик, вообще кошмар какой-то самый настоящий. Так, слушай, давно у тебя хотел спросить, вот как твоя пята поживает, кстати? Что-то ты мне давно рассказывал, помню, у тебя пята болела, еще что-то произошло непонятно. Да, так вот как ты вообще? Да, все в таком же духе, пята барахлит у меня. Я пятку вытащила в окно, пята залетела далеко. Короче, рассказываю, однажды была история, мы с Нубиком вместе пошли в шахту. Ну, я думаю, ладно, уж он никогда не был, надо ему учиться, так скажем, шахтерскому делу в Майнкрафте, но думаю, так уж и быть, возьму его с собой. Так вот, что, если вас когда-то посетит мысль о том, что хотите брать с собой нуба куда-то либо, то лучше вообще эту мысль сразу отрекать, потому что Нубик пошел в шахту, сломал под собой блок, упал в самый низ и в итоге пятку подвернул. Теперь каждый день я слышу рассказы про эту его пятку волшебную, с которой постоянно что-то не так происходит. В общем, будьте аккуратнее, я вас предупредил. Так, Нубик, у нас что-то мы с тобой очень много болтаем, а ведь солнце-то у нас уже за горизонтом прячется, это означает что? Что зомби скоро наступают! Да, вот именно. Так, я делаю последнее приготовление, надо еще ворота заделать. Кстати, у нас блоков-то сегодня нет никаких, в сундуках ничего не было. И... ё-моё, и потом уже как будем прятаться в наших сносит. Замках. У меня вообще такие мощные потоки тут воздушные, что капец какой-то самый настоящий. Так, фух, еще немного осталось, еще немного сейчас доделаю и все. Уже, все, у меня шипы даже кончились. Нет, еще такого не помню, что было, что прям все-все окончательно заканчивалось. Так, сделаем вот так, поставим сюда, я сюда. Я вот так тут поставлю, так. Как защита. Хорошо, давай ставь. Так, все, у меня вентиляторы кончились. Они могут через главный вход зайти. Нет. Сейчас я редстоун тогда вот сюда поставлю. Редстоун-то у меня еще остался, а вот защитных блоков у меня просто ни копеечки. Ну что ж, Нубик, я прямо сейчас залажу тогда, на стену своего райского замка и буду на нем прятаться. Так, сейчас сюда, прыгаю сюда и все. Нубик, давай, залезай тоже прямо передо мной. Будем стоять с тобой лицом к лицу, как настоящие враги. Ну все, ожидаем, когда появится волна зомби. Ну что, Нубик, вот и пошла волна зомби. Ой, я алмазное яблоко, походу, не забрал. У меня большие проблемы. У меня супер большие проблемы. Я стреляю! Я не забрал. Я попытаюсь забрать. Нубик, пожалуйста, прикрой меня. Я попытаюсь. Так, я даже автоматы не взял. Вот я капец сегодня, конечно. Да. Просто капец самый настоящий. Нет, так, ну-ка, пошли вон отсюда. Нубик, прикрой меня! Зомби. Прикрой, у меня все плохо. У меня все очень плохо. Меня тут бьют со всех сторон. У меня ничего не получается сделать. Все, я отбился, Нубик. Нормально все. Меня через главный вход проходят. Нет, отвалите от моего замка. Слышите? Отвалите от моего замка. Так, а это еще что такое? Ух ты, нифига. Бедрок. Бедрок это неплохо. Бедрок, я бы сказал, это великолепно. Так, жалко, сейчас я сделаю вот так. Никаких нету. Ай, согласен, Нубик, я с тобой полностью согласен, но тут у меня какой-то атас происходит. Они просто ломают все прямо на моих глазах. Так, паучина, иди отсюда. Все, получайте, иди зомби. Отсюда. Все, Нубик. Все стало под контролем, не волнуйся. Главное, чтобы мы с тобой сегодня выжили и посмотрели, у кого замки останутся целы. Так, что ж там, что у тебя? Понял тебя, Нубик, будь только крайне аккуратен. Так, я из пулемета отстреливаюсь, так. Получайте, гады зомбаки. Гадки-пауки! Так, все, один магазин на 100 патронов кончился. Понял, Нубик. Так, у меня тоже тут ходят все повсюду. Так, надо сделать так, чтобы не ходили в конечном итоге. Смотри. Ой-ой-ой, вижу. А как они так умудрились это сделать? Я не понял. У меня же самая лучшая защита вообще-то. Какого фига они тут сломали все у меня? А ну-ка, проваливайте зомби отсюда. Так, перезарядка. Инженеры. Капец, они, конечно, тут что-то какую-то фигню непонятную делают. Как они только умудрились все это сделать тут? Так, да проваливайте. У меня воздушную оборону сломали здесь. Я понял, что они там сделали. Нубик, у меня тут полный капец происходит. Они забрались прямо внутрь замка у меня. И у меня не получается даже... Отстрелиться даже никак не получается от них. Так, все, я спрятался более-менее. Более-менее спрятался. Давай, долго перезарядка. Да, согласен, перезаряжается очень долго. Так, на тебе. Получайте вы. Ай, Атас, как же вас много тут только. Так, сейчас паучина, иди отсюда. Все, тоже готов. Так, приближение, приближаюсь. Так, нате вам, туда прямо. Так, перезарядка, быстрая перезарядка. Так, нате вам пауки всякие, там пигмены и тому подобные непонятные вещи какие-то. Получайте, да, капец, давай, у меня тут пушка вся дымится уже. Всех.
Так, уже все, немного магазинов у меня осталось на эту пушку. Она сейчас скоро уже все окончательно закончится. Так, слушай, ну и волна, по-моему, уже перестала настигать нас. По-моему, все потихоньку идет на спад. Так что нам нужно добить самое главное вот этих мутантов. Так, все, последние 100 патронов у меня. И, в принципе, на этом все. Так, я пока что вниз спрыгнул. Так, получайте вам, получайте, зомби. Так, все, эта пушка у меня кончилась, все. Не будет больше такого бешеного приближения, наконец, а то как-то неудобно не стрелять даже было. Так, на, с ракеты. Конечно, конечно, надел. У меня всегда костюм с собой, вот у меня светлый такой, классный. Так, вон они, пауки-то стоят, нифига их там сколько в скафандрах. Ну, я сам, меня бы еще самого, ой, что это такое? Меня бы самого еще спасти на самом деле. Так, короче, паучины, проваливайте вы отсюда, сколько вас тут еще набежало, а? Так, давайте, давайте, думали то, что вы сможете к замку просто так подойти? Да нифига подобного, проваливайте отсюда. Так, а ты где, нубик? Я что-то не понял, ты что свой замок не защищаешь? У тебя же свой замок сейчас сломают, иди защищай свой замок. А то что тут все столпились в одном месте мы с тобой? Так. Вот туда тоже, получай. Что там, подъедают у тебя замок, да, понемногу? У меня тут тоже на самом деле скапливаются. Вон у тебя внутри сколько мутантов-то ходят. Так, вот еще у меня качки тут всякие бродят, ходят. Я не понял, что вы тут только делаете. Так, сейчас я киркой райской сейчас всех этих мутантов с одного удара вот так вот повалю. На, получай. Конечно, конечно. Так, нате вам, получай. Все, добили. Вон там еще остались какие-то пауки. Сейчас с ними тоже по-быстрому разберемся. Так, перезарядочка. Всех отстреляй, кто остались. Потому что здесь еще осталось, на самом деле, достаточно немало всяких мутантов. Так, все, я отстрелил. Так, возле тебя там тоже ходят. Аккуратнее, вон сзади тебя еще мутантина. Так, все, я залезаю на свой замок назад, и мы ждем, когда начнется вторая волна. Так, что это там шипит, я понял. Ай, это волна бомбардиров. Так, нифига там криперов сколько. Нубик, стреляй. Они ж просто с одного удара сейчас взорвут все наши замки с тобой. Ух, капец, там зеленая жижа всякая летает из этих криперов. Давай стреляй в них скорее. Огонь на подавление. Сейчас. Мы ни в коем случае не должны делать так, чтобы они добрались до наших с тобой замков. Но они не доберутся. Сейчас инженеров нет, а криперы, мне кажется, они точно ничего сделать не смогут. Так что, мне кажется, вторая волна даже намного легче, нежели чем первая получилась. Но зато мы можем посмотреть на то, как красиво криперы разлетаются. Мне кажется, это супер-супер-пупер просто красивое зрелище. Очень красиво, мне очень нравится, потому что я люблю зеленый цвет. Еще я люблю, да, коричневый, согласен, цвет, потому что коричневый цвет — это земля. Это цвет земли, да, все, я помню, так. А мне нравится цвет алмазов всяких там и тому подобное. Так, что это у нас тут окружать нас начинает? Так, ну-ка, Нубик, а что будет, если я прям в центре криперов встану? Ой-ой-ой, смотри, что происходит. Они просто подрываться начинают. Но это логично, как бы, чего я еще ожидал. Я имею в виду, что они все вместе начинают... Ой! Ух ты, нифига, мне тут качок толкнул, с прошлой волны остался. Нифига, он зашкерился там. Так, все, я ухожу отсюда. Фух, капец, криперов сколько. Я глазам своим не верю, честно говоря, то, что я вижу такую армию криперов прямо перед собой, прямо сейчас. Так, получайте, с ракеты, все, Нубик. Немножко залезли. Давай, валим всех криперов, потому что уже рассвет, уже солнце встает. Они загорятся. И все, мы с тобой сегодня уже точно победили. Так, я сейчас прям в центр криперов упаду и подпрыгну вот так. Нифига. Нубик, смотри. Вот, ой-ой-ой, видал, что я происходит тоже вообще. Хочу. Давай, алмазное яблоко, нас криперы с тобой никак не взорвут вообще. Так, вали их. Ух ты, нифига, я вообще не понимаю, что происходит, честно говоря. Так. Криперы, все, спокойно, успокойтесь, ребята. Релакс, успокойтесь. Так, сейчас я вас добью тут всех. Офигеть, как они разлетаются красиво, конечно. Кому-то какой-то кактусовый криперы. Сок вообще. На меня, что там еще? А, ну их немного осталось. Давай сейчас каждого добьем. Кто тут у нас остались? Давайте. Так, с этими... Так, на куски. Видал, как они у них ноги, головы, все отдельно распадается? Да. Капец, и конечно. Так, этот готов. И вот в центре еще криперы остались. Ух ты, все, практически всех добили вместе с тобой. Так, кто-то еще, какой-то зомби у тебя орет в замке. Вон, качок. Качок какой-то вышел. Так, ну что, Нубик, все, по-моему, мы с тобой отбили же, да, по-моему? Ура, две атаки зомбаков на сегодня. Только мне шипы немножко спереди сломали. А так-то все. Ой, у тебя зомби еще тут где-то, если что. У тебя тут зомби прячется еще много. В смысле? Ничего себе. Нубик, ты что тут вообще устраиваешь? Я не понял. Посмотри, у тебя тут еще...
Так, погоди, сейчас они, по-моему, затихли уже, блин, все, затихли, по-моему. Но у тебя зомбаков еще тут капец как много было, на самом деле. Так, ну что ж, по-моему, замки у нас никак не тронули. Единственное, что у меня залезли на мою башню сторожевую одну, но моя башня в целом осталась, так скажем, целой. Ну а сегодня с вами были на связи, как всегда, профессионал мистер Шедимен. И вот так вот станем сейчас на фоне вот этих замков, один адский, другой райский. Как всегда, увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи, хорошего настроения, все, доскакал, нубик. Всем пока.